Всем привет, дорогие друзья! Мы продолжаем наше прохождение Vampire the Masquerade Bloodlines. У нас осталось буквально несколько побочных квестов, которые я не думаю, что мы успеем завершить. Все зависит от того, насколько я буду фейлить в этих квестах. Один из квестов у нас от нашего старого приятеля Ларри, что ли. Seeing the kind of commando gear you've been stocking up on, you ain't just using that stuff for keeping the neighbors away from your shit, is you? И что? Well, that's your business, okay? I just figured somebody with a shopping list like yours might be up for a little action, all right? А что у тебя на уме? Yo, I need a hardcore, massively bionic two-fisted yo Jimbo for a super-sized skull. Straight up $100 million movie gangster. You still with me? За сотню миллионов баксов? Слушай, парень, я тебя люблю. Давай, я весь во внимание. Here's what's going down. I got a tip that the Chinatown Tong and some local boys I meet down at a nearby parking garage to carry out a business deal. Now, I can't tell you what they is exchanging, but let's just say a certain client of mine is ready to drop some Uncle Sam size bucks to acquire what's in briefcase number one. You get it for me, I'ma not only give you a cut, but I roll out my special stock as well. Now how that sound? А звучит как хорошая сделка для тебя, но я-то хочу скидочку в твоем магазине. Yo, man, why you gotta shake me down like that? If I hadn't just got my foot out of cash, I'd do it myself, but yeah, it's got to be that way. Fine. You got a discount. But only after I get the briefcase. Договорились, я сделаю это. Yeah, that's what I like to hear. Now, if you're the straight out hard boy Terminator type, I'd suggest you buy some heavy firepower before you roll up to the parking garage. You need anything? Ну, вообще-то я бы хотел, конечно, закупиться кое-какими патрончиками, но так как ты мне дашь скидку после этого задания, то я думаю, сделаю это позже. Все-таки со скидкой как-то будет приятнее покупать. Итак, у нас есть небольшое задание. Нам нужно украсть один из чемоданчиков. Здесь скоро пройдет встреча между местными бандитами и, видимо, отрядами, то ли какой-то еще японской или китайской группировки, фиг это поймешь, я в этом слабо разбираюсь, но в общем нам нужно украсть у них чемоданчик с деньгами, с наркотой, кто знает, с чем там, что там они могут обмениваться, чем, может, с пушками. Сделать это можно двумя путями, один громкий, другой тихий. Мы пойдем тихим путем, на это есть две причины, потому что, во-первых, тихим путем гораздо легче и быстрее все-таки проходить. При этом вы получаете еще дополнительные очки опыта. Ларри, кстати, об этом просит сам. Здесь довольно много охраны, и с каждым этажом охраны здесь в два раза больше. Поэтому все-таки лучше проходить скрытно и особо, блин, не париться. Вот только залезть, вот. Ладно, окей. Как раз таки я бы хотел как можно быстрее пройти эту миссию. На самом деле... очень много нам придется сейчас лазать по вот этим вот вентиляционным шахтам. И если меня не будут замечать и я не буду фейлить, то мы должны справиться довольно быстро. Так, у нас здесь на парковке находится около, по-моему, 4 этажей. И нам нужно попасть на самый последний этаж. Конечно, нас никто не видит, мы супер невидимые. Так, а звук вообще есть? Я что-то ничего не слышу. Какой-то звук должен быть. А то как-то скучно, хотя бы музычку какую-нибудь такую. Миссия невыполнима. Какую-то фигню говорят. Я даже что-то не улавливаю, о чем они. Никогда не смотрел «Трудную мишень», я даже не знал, что это был фильм Джона Ву. Это был хороший фильм, чел, там был Ван Дам и тот отожранный парень. Да все равно. Просто готовься повалить этих дурней. Клево звучит, йоу, тебе нравится Джон Ву?
Лови пулю, засранец. Слушайте, они сейчас, по-моему, перестреляют. Йоу, я не догоняю. Да блин, захлопнись, дуб. Про какой-то фильмец что-то разгоняют от Джона Ву. Что там, какой-то фильмец, где Ван Дамм у нас снимался. Он много где снимался. Текс. Вроде бы это должен быть у нас... Ай. А, хорош. Да, хорош. Это вроде бы... Да что же это такое? Это второй этаж у нас. Потому что чем ниже мы спускаемся, тем нам лучше. Эй, это уже триады у нас, насколько я понимаю. Ночью кажется, что здесь призраки. Разве ты не чувствуешь, что кто-то за нами наблюдает? Нет. А волосы на моей спине и шее встали. Я клянусь, что здесь есть что-то. Это походит как это слово. А возбужденный? Нет, это... Забываю это. Какой-то перевод еще. И не иди, говорят Джонни, что я был возбужденный. Я не возбужденный, я раздраженный. Отлично. Блин, какая-то хрень на самом деле с переводом здесь. Не совсем какой-то точный он. Как-то странно они. Ну, как бы шутка понятна. Про Джонни. Раздраженный и возбужденный. Разные вещи, как бы. Возможно, она только на английском хорошо звучит. Такое часто бывает, что шутки только некоторые на английском звучат хорошо. Так, тут у нас уже вроде как патрули появляются, которые начинают ходить. А, это вы, парни, да, вот, кстати, я вижу патруль. Но нас не палят совсем. Потому что у меня целое одно очко скрытности, и, конечно же, кто меня заметит? Я же с детства за стелс. Ну, как ни удивительно, в этой игре стелс мне получается куда лучше, нежели чем обычные битвы. А, ну что заметил, да, мы ведь сражаемся уже с очень многими вот этими... Вау! Вот это осторожно нужно. С очень многими боссами, да, как вы заметили. И на самом деле могу сказать, что их в патчах сильно бафнули. То есть это ощутимо чувствуется. Либо же какой-то, ну, какой-то баланс, что ли, переделали, какие-то характеристики подправили. Но вообще это сильно ощущается, что бои здесь стали сложнее после патчей. Раньше можно было, допустим, вообще с пистолета завалить любого, а теперь такой трюк-то не пройдет. Тихо-тихо. А, стойте, да. Я знаю, где мы. Нужно здесь осторожненько вот так вот. И по стелсу. По стелсу. А, стойте, я кулаки не выбрал. Где стелс-то? Вот, вот. Хопа. Так, возьму у тебя пушку, она мне нужнее. И это у нас вроде как бы переход уже на третий этаж идет. Если мы, конечно же, быстренько сейчас так дойдем, то, в принципе, мы успеем еще одну миссию сделать, да, действительно. Потому что я хочу уже заняться все-таки прохождением основных квестов. Пора бы уже начать. Так, с этой третий этаж, сейчас посмотрим, что у нас тут. Тут, в принципе, тоже. Эй, парни, это у нас уже идут бандиты какие-то местные. Так. А, стоит, наверное, осторожно. Ой, сотка, кто-то палит. Надо сохраниться. Но я вообще смотрю на индикатор слева, то есть, если кто-то меня сейчас действительно палит, что, в принципе, возможно. Опс, да, видите? То есть, надо в основном смотреть на индикатор. Сейчас подождем, пока вот эти двое парней идут у нас. Нет, остановился. Это нехорошо, что ты остановился. Давай, догоняй, дружка. Молодец. Нет выстрелов, нет беспокойства. Мы могли вынуть их легко. Последний раз, парень, ты нырнул за машину и злился на себя. Это была кровь. О, правда? Тебя подстрелили, и ты не сказал никому? Это потому, что ему стало лучше. Черт, парень, как же я застрял с вами? Господи, бред какой-то. Я вообще не улавливаю смысл этого диалога.
Так, так, так. Нет, ну даже и Гордон Фриман, и Бэтмен позавидуют мне, потому что я, по-моему, больше вентиляции, чем они, прошагал. Уже какой-то кошмар, да? Сплошные туннели. Не сказал бы, что этого стоит. Ну, вы, во-первых, сэкономите кучу патронов, если вы играете за стрелкового персонажа. Вы получите очки опыта, и вы потратите меньше, я думаю, все-таки на это времени. Так, это вроде уже, кстати, переход на четвертый этаж, а вот четвертый этаж это уже посложнее будет, да. То мы спускаемся на четвертый. Но это последний этаж у нас. Так, что-то звук-то. Ладно, потом прибавлю. Эй, вообще, ну вообще не видно, конечно же. Ладно, еще у Носферату вроде невидимость, да, есть у них. Им-то вообще с этим гораздо проще. Вниз. А! Вот черт, вот это плохо. Рано спрыгнул. Фух, повезло, не заметили. Ладно, сохранимся тогда. Далеко вы, правда, уйдете, нет? Здесь нужно... А, давайте быстренько. Нужно действовать быстро. Блин. Фух, все, отлично. Так, а вот здесь у нас вроде бы начинается самое сложное сейчас. Сейчас надо внимательно следить за индикатором. Вроде сейчас 76, сотка нет. Не спускаемся, сейчас подождем. А когда начнет уменьшаться, тогда пойдем. 75, сотка, ну пусть сотка будет. Хотя нет, запалит еще. Ну давай же, что ж ты тут стоишь? Иди... А, нет, начала набираться только. Ну-ка, может спуститься, посмотреть? А, вот. Вроде. Вот, да, наконец-то. Пошли отсюда. По-тихому. Нас никто не видит. Видите, там уже с чемоданчиками стоят чуваки. Сейчас подберемся потише. Здесь очень, кстати, забавные вообще диалоги. И у триады, и у бандитов. Сейчас послушаем, какие у них планы вообще на эту встречу. Так, вот тут может быть сейчас опасно. Вот эти парни сейчас здесь, на самом деле. Все понимают, да? Возьмем кейс на полпути и жди, чтобы они сделали то же самое. Они захотят увидеть деньги, но мы не можем позволить им, потому что он заполнен газетами. Сейчас сохранюсь. Правда? Это почему? Блин, черт. Поспешил. Точнее, наоборот, надо было идти, а я что-то читал. Если я здесь сохранился, надеюсь, не запалят. Я же незаметность. Ну, в общем, суть такова, что у этих бандитов эти чемоданчики, они заполнены не деньгами, а газетами. Ну, как всегда, да, старые разборки такие, то есть, когда все пытались друг друга обмануть, кто первым откроет чемоданчик, тот проиграл фактически. То есть, все раньше вот такие разборки так и решались. Кто первый откроет чемоданчик, тот труп, на самом деле. А, второй раз диалога нет. Ну, ладно, там, в принципе, это был маленький такой диалог. Так, ну быстрее. Нужно, сейчас они уже обратно пойдут. Есть. Так, осталось буквально еще парочку канализаций пройти. В любую секунду одно движение, и я собираюсь стрелять. Никогда не узнают, что поразит их, хе-хе. Думаешь, что они попробуют что-то? Надеюсь. А эти, наоборот, только надеются, чтобы пристрелить кого-то.
Они уже готовы, понимаете? Нравятся мне такие разборки, знаете, в стиле Триад. Sleeping Dogs вообще была отличная игра такая, вот полностью соответствовала тематике. Очень понравилось. И мы пришли. Как только они бросят деньги, я наклонюсь, подниму их, пригнусь, и ты откроешь огонь. Что делать, если они захотят посмотреть, что в кейсе? Если они это сделают, отбрось и уворачивайся. То же самое. Мы начнем стрелять. У нас настоящий кейс. Хорошо, я готов. Мы вас прикроем. В общем, и у тех внутри газеты, и у этих внутри газеты. Но на самом деле у Триад сзади припасен еще один небольшой ящичек, который мы сейчас и стащим у них. Вот и все. А теперь просто наблюдаем за встречей. Просто друг друга начали. Лучше вмешаться, конечно. Именно сейчас я возьму, наверное. А ты-то кто вообще такой, да? Кто этот парень? С саблей. И пока что немножко их порублю здесь, пока они друг с другом разбираются. О! Ты что в меня-то? Готов. Эй, я сзади. Так. Ой-ой-ой. Смотрите-ка, все-таки за меня решили. Ну-ка, кровавый щит. Куда ты побежал? Перебили таки Триад. Молодцы парни. Ну, хотя только с моей помощью. Готово. Вроде бы все. Видите, весь прикол в том, что если вы прошли тихо, то они начинают драться. Если же вы начинаете ломиться к этим парням, то в конце концов вам придется сражаться вообще со всеми. То есть и Триады, и бандиты, они все будут против вас. А так, они друг друга перебили, мы украли, получили дополнительные очки опыта и все быстренько сделали в этой миссии. Кстати, здесь автоматически все пропадают. Вот и все. Гораздо быстрее выполняется эта миссия скрытно. Так, экзит. Где экзит? А, вон. Нет, стойте, это... Это вроде вниз, а не вверх. А, нет, вверх. Все, окей. Остается сдать миссию? Да, друзья, тогда мы успеем выполнить сегодня еще одну. И я очень счастлив, потому что хотелось бы сегодня допройти уже все. О, тут один труп только. Какие тачки. Так, снял, да? А, кстати, у нас знаете сколько очков уже? У нас уже 34 очка. Это обалдеть. Я просто что-то не помню, блин. Мне что-то так страшно тратить. Вдруг там где-то убеждение, где-то взлом понадобится, блин. Ну не надо страшно, я как-то преувеличил, конечно, слово. Просто в Голливуде там надо подумать мне. Оно вообще стоит, наверное. Я думаю, либо вложиться в стрельбу, либо в таумотургию. То есть, в принципе, логичнее было с самого начала пока что вкладываться в таумотургию, потому что в основном вот эти вот заклинания крови, их ведь переделали, да? Раньше, если вот на этих боссов, если я делаю, допустим, очищение, то они также обливались кровью и теряли жизни. Теперь же у них только на пару секунд ослепление глаз происходит, и все, в принципе. То есть заклинания тоже по отношению к боссам переделали, это тоже, конечно, их бафнули, получается. Поэтому лучше наверняка было вначале прокачивать стрелковое оружие, так как сражались в основном им, а потом уже таумотургию. Чемодан у меня. Everything looks in order. Somebody somewhere got to be pissed off by losing this. Too bad I sent my man right here after. All right, let me peel off a few bills for you. Спасибо. Чувак. I'll just drop this off to the new owner in the morning. Then I'm gonna give me a big old steak. Not that domestic stuff neither. I'm gonna order 32 ounces of Kobe beef, the expensive shit. You wanna come? My treat. Нет, я пас.
спасибо. А, он нас обучает одному навыку финансов. А, понятно. Тем самым дает нам вот такую вот скидочку. Окей. Так, давай посмотрим, что у тебя. А новых товаров-то и нету. Я помню. Знаете, сколько стоила коробка с патронами дробана? Она стоила $21. Сейчас она стоит 20. Это смешно, на самом деле. Ладно, не хотел бы сейчас тут задерживаться, но патрончиков я на самом деле, наверное, куплю все-таки для дробана, потому что нужно. И мне понравился, конечно, МАК-10. По-моему, классная вещь, я тоже у тебя парочку прикуплю. Спасибо огромное. Так, а теперь у нас остается последняя, на самом деле, миссия в этом городке. Это миссия крайне интересная, еще одна. Так, главное мне вспомнить, где я сейчас нахожусь и куда мне надо идти. Нам нужно где около Лакруа. А, да, вот. Вот это вот миленькое здание. Нам кто-то говорил в него зайти, посмотреть, что да как там дела происходят. Это, кстати, вроде бы больница. Ну да, очень похоже на больницу. Да, успокойся, что идет-то? Кто ты такой? А кто был за спиной? Понятно, я так и знал, что этот сериал не настоящий. Ну жди здесь, я попробую поискать их. Да ладно, парень, я уже не раз имел дело с различными призраками, привидениями. Это все фигня. Я тебе говорю. Откуда ты пришел, интересно? Вообще очень похоже по атмосфере здесь, как фильм «Пила» какой-то. Ну ладно, давайте посмотрим, что здесь вообще происходит у нас. Звуки, конечно, ужасные слышатся мне. Значит, парень снимал здесь новый сериал. Что-то там «Призраки Лос-Анджелеса» вроде назывался, да? Так, а я здесь могу пройти? Окей. Так, я кого-то видел, по-моему. Что-то проскочило мимо. А, стойте, я вообще назад пришел? Как такое возможно? Я думаю, что это не то. Стойте. Как нам не перепрыгнуть ведь здесь? Ладно, окей. Бррр. Так, а что у нас здесь закрыто? Здесь закрыто, значит, здесь я что-то пропустил. А, вот, вход на второй этаж. А, там все забаррикадировано, окей. О, бррр. Значит, призраки существуют. Нет, это отличный монтаж, парни. Этот фильм будет популярен, я вам говорю. Как профессионал. Профессионалом. Больничка. А, вот это место. Так, там ничего у нас нету. Ё-моё, кровище-то. Тут вообще страшно, слушайте, не знаю, в больницах это нормально, красить стены в красный цвет? Я точно не уверен, но может быть это норма. Вау, 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 а тут вообще страшно. Правда, ничего вообще не видно. Оп, 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 застрял, застрял.
Теперь вытащите меня кто-нибудь. Вроде бы я сделал круг. Просто сделал круг. Парень, привет, беги, беги. Вау, красиво. Кажется, я знаю, кто всему виной. Слушай, это ты здесь? Какая вкусняшка-то. Real terror is not the sight of death. It is the fear of death. What is the fear of death? Terror of the unknown. Is it these eyes you peer into? No. I am not the unknown. You and I are closer kin than you and it were. Глаза вообще шикарные. Что ты такое? Drinking blood to sustain your death. You are damned. What if, besides the blood of the living, you had to eat pounds of their flesh to maintain that thin facade of life? What would you call it? Twice damned? Хм, да, не повезло. А кто ты? My birth name I tell no one. You may address me as Pisha. Pisha was the name of my companion and lover in a time before my death, 230 years ago. She has no need of it anymore. Ну да, ты еще молодая, 230 лет, это нормально, жизнь еще только начинается. А почему ты живешь в разрушенном здании? My stay in this city is transitory. I seek relics of the occult traced here and would trade similar artifacts to acquire them. But if you wish to bargain with me, the kind upstairs must be sent down here. He has seen too much. А, ты собираешься съесть его? Eventually. Со временем, да? То есть припасешь. Ну, раз уж такое дело, я пойду займусь им. Ну, конечно. Потому что она крайне интересный партнер. Она действительно будет помогать нам с некоторыми артефактами. Вау, неплохо. Жизнь удалась, да, пирушка? Капец, сколько у нее тут всего. Целую группу съела. Не, ну, в принципе... Не знаю, она наверняка, друзья, вы читали наверняка про нее. Она из какого-то, не знаю, клана, либо особой подразновидности вампиров, которая не только нужна кровь, но еще и плоть питаться. Дважды проклятые такие. А, кстати, здесь ведь есть, да, такой вот путь. Опа, парень, парень, ты здесь? Блин, сегодня решетки вообще меня... Карточка. Парня нет, но я бы вообще-то на самом деле на его месте бы тоже тут не остался. Я аж не совсем дурак. Визитная карточка. Это визитная карточка призраков Лос-Анджелеса. На визитке имя Саймона Миллигана. Указанный адрес. Апартаменты Skyline, квартира 1, Даунтаун, Лос-Анджелес, Калифорния. Спасибо, что ты мне рассказал все о себе и где ты сейчас скрываешься. Саймон Миллиган, либо как-то там его еще зовут. Мы помним, читали о нем в дневнике у той проститутки вчера в серии про чуму. Нет, позавчера это было, точно. Поэтому он скрывается у нас в апартаментах знакомых нам уже, как там его, Skyline Apartments. На первом этаже. Ну окей. Мы там уже, по-моему, всех изничтожили в этом Skyline Apartments. Там уже нету живых, просто мы можем себе... Знаете, мы такие, как там их, черные риэлторы. Просто приходим, кого-нибудь убиваем, забираем себе квартиру, выносим шмотки. Остается только вот этого назойливого полицейского съесть. А, кстати, пора ведь еще долю забрать нашего клуба. Деньги-то неплохо ведь. Нам там должно было что-то уже накапать. Эй, парень, давай выходи. Что ты заперся? Я найду тебя. Выходи. Ты здесь?
Или здесь? О, порошок. Какой порошок? Orange Peel. Интересно. Хорошие у вас порошки. У нас какая-нибудь Доси там еще в мире. У вас Orange Peel. Факс. Тут что-то написано, кстати. Need... Блин, я не могу прочитать. Need new translator или что? Стоп. А, ну ладно, неважно. Слишком мелко. Никак не приблизить. Карточка. Что это за фото? Интересно, компромат. Размытая фотография как кого-то похожего на Носферату. А, так и сняли какого-то вампира. Бу-у-у-у. Страшно. Gnomes, best brew. Лучшее пиво. Упс. Эй, привет, я тебя нашел. Да это был розыгрыш, они ждут тебя в подвале госпиталя, приколисты. Ну да, конечно, это шутка. Что ты так разволновался-то? А, по-моему, да, потеряли одну человечность. Ну и черт с ней. На самом деле, тут, по-моему, кого-то тут еще можно было. А, зато восстановление маскарада приобрели. А, тут кого же можно было? Какую-то девушку послать. Блин, я забыл, какую. А на самом деле, к Пише вместо нее. Это когда мы проходили квест... А, помните? Та девушка из бара. Упырица-то, которую мы должны были разобраться с ней, она творила, что хотела, когда ее Сира убили. Вот, ее можно было послать, Пише. Ну, тогда я еще... Я знал об этом, но решил, что черт с ней, пусть живет. Мне кажется, в любом бы случае потеряли бы человечность, как бы. А, сложность 5, ну, ладно. Что-то мне не очень-то интересно, какие у вас там сериалы, что вы там вообще снимаете. Давайте вернемся тогда. Готово. Так, а если я тут пройду? Нет, ладно, не буду рисковать. Блин, у меня такая привычка с Морутопи осталась. Я, знаете, я зажимаю клавишу V и D, чтобы идти боком. И думаю, что я пойду быстрее. Блин, вообще, вот сейчас я заметил это за собой во многих играх. После столько часов игры Морутопи я постоянно две клавиши жму и иду боком. Блин, это плохая привычка. Так, да, тут же есть потайной путь теперь. Оп. Эй, ну где он, где он? Слушай, ты этого съела уже? Один череп остался. The Kine's fate was sealed the moment he entered. Do not waste time debating the morality. If a man walks into a tiger's domain, it may result in his being devoured. So it has. А, понимаю, а что там с этими артефактами? Yes, I am searching for two items I have tracked to this area. One I believe may be in one of the local museums. I have not yet searched them all. The other I believe to be in the Giovanni's possession, though I have not confirmed. For these items, I will exchange items of similar worth. А вполне честно, расскажи, что там в музее. A fetish is described in a 19th century chronicle of a British platoon's encounter with a local tribe. Soldiers would go missing in the night and be replaced by these fetishes. It may be valuable to my studies. Ну, понятно. А другой предмет? It is used to communicate with certain entities otherworldly. It is a tome called the Voce del Morte. The Morte. Should you find yourself within the walls of the Giovanni, seize the opportunity and take it. Ну, это намек на то, что все эти два артефакта мы получим именно только по миссии, поэтому стоит их, конечно же, забрать, иначе мы обратно-то не попадем. Ладно, если найду ее, то принесу.
Вот и все, друзья, в принципе. Шикарно, мы все успели. Я даже не надеялся, что так все пройдет хорошо. Поэтому в следующей серии мы начинаем прохождение основных квестов и уже начинаем дальше двигаться по сюжету. Как напомню, мы должны исследовать корабль-призрак с анкарским саркофагом, который прибыл откуда-то издалека. Ладно, друзья, а на этом все. Всем спасибо, кто смотрел. С вами был Теслер. Увидимся тогда в следующей серии. Всем пока!